Небывалая популярность обрушилась на Зульфирю Резванову после победы во всероссийском конкурсе водителей трамваев. Став звездой местных телеэфиров, звездной болезни Зульфиря не поддалась. Такая известность скорее ответственности добавляет, признается девушка. Все равно же внимание совсем другое, пристальное. То есть если там, допустим, кому-то что-то, проститься, то все равно я как бы на виду. То есть если я там где-то что-то нарушу, это уже будет сразу заметно. В профессии Зульфиря Резванова уже 7 лет. Самое трудное, говорит, это вставать в 3 часа утра, чтобы вовремя выйти в рейс. А без прически и макияжа нельзя. Даже управляя трамваем, женщина должна оставаться женщиной. А вот расхожий среди мужчин миф о дамских водительских способностях Зульфиря не оправдала. За все время ни одной аварии. Я просто стараюсь не расслабляться на линии, потому что вот стоит хотя бы на минуточку расслабиться, и все может произойти. Потому что на самом деле кругом люди, кругом машины, и кто-то по телефону разговаривает, кто-то о чем-то своем думает, кто-то в наушниках ходит. Никогда не угадаешь, чего от них ждать. Пассажиры водители Зульфирю Резванову любят и уважают. Уже много лет девушка работает на одном маршруте. Родной маршрут, правда. Я вот себя там чувствую просто как рыба в воде. Не бывает рутина. Вот бывает такое, что даже одним и тем же графиком работаешь несколько дней подряд. И все равно каждый день все по-разному. Я не знаю, с чем это связано, но каждый день, как в первый раз. В свободное от работы время Зульфиря предпочитает быть пассажиром. Шутит, так она набирается сил, ведь в планах снова участвовать в конкурсе водительского мастерства и снова одержать победу. Марина Матвеевична, Станислав Левин, «События».